Добрый день. Записываю видео не вчера вечером, точнее сказать, утром, а сегодня, когда уже поспал, поел и помылся. Я весь день просил жары. И не только от погоды, но и от ощущений по работе с Юбером и вообще по работе в такси. И я дождался этой жары, причем в многократном размере. По порядку. Ну, видать, классные клиенты закончились как раз на моем последнем видео, и началась такая легкая тематика в стиле среднеазиатских парней с коробками, из которых доносилось бе из багажника, катающиеся арбузы по салону, нетрезвые водители того же Убера. Панки, люди, живущие на улицах, которых нет на картах. Ну, в общем, все, что можно, все бонусы я вчера собрал. А главным из них, внимание, кто же живет в Питере, тот знает. Но таким неподготовленным водителем, как я, конечно же, в голову это не пришло. Что у нас есть, что летом, верно, супермосты. Когда я это осознал, я понял, что все фразы, которые можно собрать на тематику «жадность фраера сгубила» и все остальное, это все про меня. Google, о господи, какой Google, что я несу? Юбер меня вчера развел на эту жадность. Он предлагал мне весь день дополнительно бонусов 700 рублей, если я сделаю 15 поездок. На 12 часов вечера я понял, что осталось всего 5 поездок. И для нормального меня совершенно несложно сделать эти 5 поездок. Собственно говоря, вот именно с этого и началось все. И клиенты, и места, и мосты, и все, короче, вместе взятое. Как дела? Ну, у меня тут друг пришел. Ты тоже послушай. Мосты. По поводу работы Uber. Я вчера говорил, что у меня не было никаких сбоев. Ничего подобного. Google меня... Какой Google опять? Что происходит? Работа сказывается. А всего один день. До 3 часов ночи. И вот уже не могу ничего сказать путного. Uber меня привел прямиком к разведенному мосту Литейному. И предложил мне перелететь через него, наверное. Я не знаю, там... Какие-то мысли у него свои были. Понятно, что я ломанулся на последний мост. Последний мост это был Александра Невского. Я переехать, ты его переехал. А обратно выехать я не выехал. Итог. Я залип на 280 рублей, переезжая по западному скоростному диаметру. Да, я доехал быстро до своего района, но я угорел на 280 рублей. И та премия, которая, аллилуйя, мне все-таки досталась от Гугла. Так, я поработал немного над своей дикцией и памятью. Сказал несколько, проговорил несколько скороговорок, чтобы опять не путать Uber с Гуглом. Значит, я угорел на 280 рублей, быстро доехал до района, проблем с этим никаких не было, но что я сделал в первую очередь, когда приехал домой? Я скачал себе график разводки мостов, и теперь здесь я думаю, что я не попадусь. Помимо того, что я угорел на 280 рублей, я прокатался по той стороне в поисках мостов, заказов, чего-то там еще, там еды какой-то, очень много времени. Я, соответственно, заработал, прокатал все эти 15 поездок, которые требовалось, получил премию 700 рублей. И итог моих ощущений по вчерашнему дню. Ощущения такие. На заре 2000-х я играл в игровые автоматы. Ну, было дело. И тот кураж, когда тебе прет, очень похож на кураж, связанный с заказами от Uber.
Ты думаешь, ну вот, еще один заказик, ну давай еще, а тут тебе его премия светит, там, бонусы, давай, короче, еще там, оп-оп-оп-оп-оп. И я уже понимаю, что я еду в машине, и я понимаю, что я выгляжу, как тогда, стоя у автоматов, там, уже там, 10-й час, 11-й, весь там мокрый, липкий, потный, возбужденный, зрачки огромные, там, пелена на глазах, там, деньги везде, мне кажется, что я сейчас стану просто триллиардером, и все будет вообще суперически. В итоге, потом у меня мысли о том, что я похож на человека, который в Макдональдсе на себе опыты ставил. Помните, был такой персонаж, он там месяц жрал только в Макдональдсе. Но я пошел дальше, мало того, что я реально вчера весь день жрал только в Макдональдсе. Я еще и принимал заказы от Uber. То есть у меня была двойная нагрузка. И что по итогу? По итогу я провел на линии почти 10 часов. Но с учетом бестолковых прокатов и непонимания пока какой-то динамики по заказам, там, я не, опять же говорю, не ловил никакие коэффициенты, а просто катал и все, я смотрел, как это вообще работает и как это все происходит. За 10 часов, с учетом бонуса, я заработал чуть больше 4000 рублей. Ну, скажем так, это неплохо. Я ожидал, был готов к худшему, гораздо худшему. То есть, если выработать какую-то систему, когда ты примерно уже поднаблатыкался и понимаешь, где больше заказов, где их меньше. Конечно, это все непросто, но в принципе можно как-то это все структурировать. Потом выделить реально дни, когда ты будешь работать, сколько часов. Вот эта схема нужна обязательно, иначе реально протянете ноги. Google меня вчера завлекал другой премией. И сегодня завлекает. Он предложил мне за один день, помимо тех 15, что я вчера сделал, сделать еще 35. То есть всего 50 за 2 дня поездок и получить премию 1950 рублей. Ну, прикинув в голове, возможно ли это, я понял, что для меня, как для, ну, уже обветренного возрастом человека, наверное, это не вариант. То есть упереться и сдохнуть, наверное, можно, но выглядеть я буду после этих 2 дней, ну, как будто меня там 7 избивали там в течение этих 2 дней. Поэтому, что, сегодня день, понятно, никуда на тренировки, никакие в залы я не хожу. Я спокойно отъезжу до этих мостов, до 12 максимум, и домой спать, чтобы завтра с утра пойти на тренировку. А вечером, как мне говорили в пятницу, когда реальные коэффициенты, можно будет выехать в город. Какое еще замечание? Ну, я чисто наблюдал, да, вот, наблюдение, точнее, не замечание, наблюдение какое. У меня почему-то сложилось впечатление вчера, что люди на севере города у нас, в Петербурге, ну, живут. Ну, то есть, там жизнь есть какая-то. На юге вообще тишина. Я пытался вчера... Почему меня все время на эти мосты приводило? Я пытался вчера забрать хоть один заказ, который меня ведет, ну, приведет поближе к дому. Ничего подобного. Все люди живут, походу, на севере у нас. То ли там что-то просыпалось, и все туда поехали жить, то ли там квартиры дешевле, я не знаю. Но единственный заказ с юга у меня был, первый, и он меня отвез в Пулково, откуда у меня уже вся возня была, центр и север города. Юг вообще не катит. Ну, такое впечатление, что здесь вообще на машинах не ездят. Ну, на такси. Итог. Итог. Чуть больше 4000, 10 часов, 15 поездок. На бензин потратил я в районе 700 рублей. И то потому, что, ну, были вот какие-то беспонтовые поездки, какие-то прокаты непонятные в поисках хоть одного моста. Ест у меня Каптюр в районе 10 литров, я вчера посмотрел на сотку. Ну, немного, я сам удивлен. Автомат совершенно немного. Ну, пока все. А, вчера еще начался ливень с каким-то вообще
Потопом я помыл машину на днях. Сегодня утром встал ее переставлять, там просто она, как я не знаю, участвовала в сталинской битве. Кошмар. Но это логично. Помыл тачку, началась суперпогодка. Пока вот такие ощущения. Посмотрим, как там можно это все дальше... как можно дальше работать с Uber, да? Надо, еще раз говорю, вот для тех, кто собирается это делать, все-таки не жадничать, да, и не ложиться костьми, потому что кураж будет 100%. Заказы идут, ты думаешь, а еще один, а потом ты уже смотришь, у тебя глаза на переносице трахаются, ты уже не понимаешь ничего, умеешь как зомби, и уже, конечно, ну, нет, если есть задача заработать все бабки в мире, то Uber реальная тема, можно заработать, но я вас уверяю, те, кто вас там не видел там пару недель, а потом они вас не узнают. Ну, это правда. Выглядеть вы будете, ну, очень плохо. Примерно как я вот после одного дня упорной работы. На этом пока все. Пока со второго дня скину что-нибудь еще. Думаю, что впереди меня ждет много интересного.